Прям про канал рассказать? Ну, не знаю, это детище. Это, наверное, прям меня в тупик загнал неожиданно. Ну, результат, не знаю, что. Моей любви к кулинарии, да? Можно так сказать? Ну, вот моя учеба, которая в академии Эктора, которая выросла в любовь к готовке. Ну, и так всегда любила готовить. Но я не знала, что я настолько сильно люблю готовить. Вот. Ну, и сейчас хочу делиться своими знаниями, умениями. Хочу, чтобы люди готовили и получали от этого удовольствие. Ну, вот так вот. Для этого и канал. Почему в Этрепеньке? Потому что классика, это все прекрасно, я очень это люблю и уважаю. Вот. Но я не знаю, все обычно делаю со всякими Этрепеньками. Я должна обязательно что-нибудь свое быть. Ну, что-нибудь такое вот. А любимая кухня французская. Не знаю, классическая, но французская кухня – это основа кухни, так вот, считается. Вот, это очень вкусная, интересная, такая глубокая кухня, вот, с которой можно много подчеркнуть. Но мне кажется, что кухни многих народов черпали, так сказать, знания и умения французской кухни, открытия всякие.